Наум Каржавин, «Баллада об историческом недосыпе». Любовь к добру разбередило сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, оттуда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сына, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова, а тот Перовской не дал взлать поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дым. Так родилась в России конспирация, большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов впал, уснул несладким сном, повеселило. Но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все утрястись таким могло с течением времени, в порядок мог вернуться русский быт. Сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нет точного. Который год мы ищем зря его? Три составные части, три источника не проясняют здесь нам ничего. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды спать и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России